Мы стараемся помочь людям адаптироваться в этом мире, в социуме, после того, как они освобождаются из мест лишения свободы. Но если человек не встает на путь исправления, допускает нарушение порядка условий отбывания наказания, мы вынуждены принимать меры взыскания и направлять представление в суд для решения вопроса о замене наказания более строгим видом наказания.